Так, МЛС, привет всем. Я что-то в какой-то предэтапной белке. Вроде все пацаны делают, но я все равно всех с ростов. Смотрите, покажу вам, что у нас происходит с командочки. Вот у нас тут на базе, да. Готовят машину, Антоха. Сейчас ее и доклеиваем одновременно. И плюс ребята по технической части занимаются. Мы им вот предоставляем, естественно, как всегда. Помогаем сокомандникам, место рабочее. И, собственно говоря, рады им помочь. Здорово. Тут видите все. Антох, ну что, как ты? Вообще готов? Да все здорово. Премьере, да? На GP. Готов? Волнуешься? Да в принципе нет. Основная задача, чтобы технически все у нас было хорошо. Только за это держу кулачки. Вот. И дальше будем разбираться на трассе. Короче, разберемся, да. Поэтому все нормально. Пацаны мои уже поехали, грозу уже повезли. Я поеду завтра утром на тренировки. Сегодня еще здесь доделываю дела, поэтому вот такой вот предэтапный расклад сейчас. Так, ну что, наконец-то я закончил сегодняшние дела все. Да, все дела закончил. Сейчас еду, собираюсь, отдыхаю. Завтра рано утром в 6 утра выезжаю на МРВ, от моего дома до МРВ. Если я не ошибаюсь, 123 километра, кажется, так. То есть вроде типа Москва, придется ехать 123 километра. Поэтому завтра прям с утра стартую. Завтра с утра у нас уже тренировки, тесты, машины. Это даже не тренировки, это действительно тесты машин, потому что у нас новый конфиг подвески, у нас новый двигатель, нам надо все качественно проверить, вкатиться и так далее. Поэтому буду держать вас в курсе. Вы давайте-ка там подписывайтесь на телеграм-канал, я туда буду скидывать эксклюзивные видосы, потому что я хочу развивать телегу, она нужна, важна, и туда можно очень много интересных и в качестве видео заливать, в отличие от сторис, которые пропадают. Поэтому до встречи. Самый лучший вечер перед гонкой — это пройтись по вечернему весеннему району, уже зеленеющему, с дочкой, поболтать о волшебниках, да? Да. О Хогвартсе, о Гермионе. Сколько книг она прочитала? Да. Прекрасно. Прекрасный вечер, прекрасный настрой. Лена, ты поедешь на гонку, кстати, там, да? Нет. А в следующий раз поедешь? Да. Договорились. Кстати, многие внимательные любители сторис, ну, хотя там не надо быть особо внимательным, заметили, что у нас стоит прошлогодний обвес, даже позапрошлогодний. Обвес, ну, который типа чуть-чуть поврежденный. Мы на самом деле купили и ждем вот буквально со дня на день новый обвес полностью в круг за миллиард. Вот. Но он... Ладно, покажу вам еще кое-что, как у нас классно на районе. Я прям каждый раз так радуюсь, как в Москве все круто сделано. Смотрите, спортивные площадки. Пожалуйста, открытый теннисный, ну, в смысле, закрытый, открытый для посещения теннисный корт. Люди приходят своими ракетками, играют в теннис, занятия проводят. Пожалуйста, столы, стационар для настольного тенниса. Пришел, поиграл в настольный теннис. Позанимался на площадке, погулял вдоль красивейшего пруда с дорожками, с подсветкой, с фонариками. Так что лучший город Земли, обожаю. Это все возле МКАДа, между прочим, в спальном районе. Так, на секундочку, то есть мы прямо вот возле МКАДа находимся. Это не центр какой-то причесанный, а это вот именно для людей, там, где люди живут. Поэтому любим свой Гальяново, да, Лер? Да.